Друзья, всем привет! Никогда не делайте ступеньки из пластикового подоконника. Мало того, что со временем вы весь его исцарапаете, побьете, потому что он не износостойкий. Плюс здесь еще эта застройка была сделана, здесь еще он выпирает. Естественно, он не жесткий. Когда ты на него наступаешь, все это дело прогибается, посмотрите. Здесь выламывается, здесь весь силикон всю шпаклевку вырывает. И смотрится это со временем не эстетично. Мы всегда стараемся ступеньки на лоджии делать из того же материала, что и на полу. Если здесь ламинат, то мы в плоскости стены укладываем ламинат, ставим алюминиевый уголочек, внизу проводим плинтус и обои. И это аккуратно смотрится. Если у нас здесь керамогранит, то мы делаем его из керамогранита в плоскости стены. Не выпираем в одной плоскости, даже чуть-чуть на несколько миллиметров углубляем. Потом ставим алюминиевый уголочек. Сейчас я вам покажу фотографии, как должна выглядеть нормальная, современная, качественная ступенька, которая вам прослужит очень долгое время. А не вот эти пластиковые подоконники, которые мало того, что не износостойкие, так еще и прогибаются, быстро приходят в негодность.